Новое предприятие удобнее всего учредить в электронном виде через портал предпринимателей коммерческого регистра. Для этого нужно войти на портал с помощью своей ID-карты, мобиль-ID или паролей интернет-банка. Для учреждения предприятия необходимо подать заявление в электронном виде для регистрации нового предпринимателя. Для этого на портале предпринимателей есть специальная форма. В заявлении указываются основные данные предприятия, например, коммерческое название, правовая форма, адрес и члены правления. В случае учреждения фирмы без предварительного внесения паевого капитала, заявление можно подать после представления электронной подписи всеми пайщиками и членами правления и после уплаты госпошлины. Если все в порядке, то высылается подтверждение о регистрации нового предприятия. При учреждении с внесением паевого капитала к уплате госпошлины следует перечислить и паевой капитал. Для этого есть две возможности – перечислить его на стартовый счет самого предприятия или временно на депозитный счет суда. При подаче заявления можно открыть электронный стартовый счет в желаемом банке, после чего пайщики могут перечислить на него свой паевой капитал. Держатель регистра будет оповещен автоматически, когда взносы поступят на счет, и регистру можно будет представить заявление. При положительном решении остается только перечислить паевой капитал со стартового счета или с депозитного счета регистра на расчетный счет предприятия. Для этого необходимо открыть расчетный счет предприятия. Для открытия счета советуем забронировать встречу в конторе СБ, что позволит совершить все необходимые действия быстро и за один раз.